Привет! В этом видео предлагаю посмотреть на увлекательную головоломку совершенно нового типа. Это что-то новое в App Store, и это очень классная и, самое главное, бесплатная игра. Открыв ключи, вы сразу же попадаете на уровень. Цель игры — это поместить в таблицу одновременно все ключи. Поначалу все очень просто. Вы должны перемещать пальцем ключи снизу вверх в таблицу. Когда ключ окажется над таблицей, вы сможете двигать его налево и направо, чтобы найти свободное место. Если вы видите значок, который запрещает размещение этого ключа, значит место занято или ключ находится за краем таблицы. Как я и сказал, вы должны разместить все ключи в саму таблицу, то есть, грубо говоря, переместить все снизу вверх. Многие из вас заметили, что внутри ключей есть разные стрелочки и знаки равно. Это обозначение того, как ключи должны располагаться в таблице относительно друг друга. Но вас это не должно пугать, так как игра сама придает этим ключам правильную конфигурацию. Ваша задача — перенести все ключи в таблицу и таким образом расчистить поле под ней. Некоторые ключи можно вращать, для этого есть соответствующая кнопка. Это поможет вам в прохождении уровня. Что касается самих левелов, то по традиции головоломок сначала все очень просто, но проходя дальше, вы уже начинаете сталкиваться с разными сложностями, где придется подумать над тем или иным прохождением какого-то определенного уровня. В общем, советую эту головоломку, она бесплатная, она увлекательная, и в нее интересно играть и смотреть, что же приготовили разработчики дальше. На этом, ребят, можем закончить, ссылка на ключ будет в описании к этому видео. Подписывайтесь на канал, оценивайте видос пальцем вверх, ну и не забывайте о яблочках. Пока!